Васильеву и перенесу на завтра. Хорошо? Дмитрий Александрович, простите, я по поводу больного Николая Страхова из 4-й. Он собирается выписываться под расписку. И что? Ну как что, он же очень болен, у него цирроз, гипертония. И что? Ну, может, вы с ним поговорите? Объясните ему опасность, он же просто не понимает. Я все ему объяснял. Я даже наорал на него. Но он взрослый человек и вправе принимать решения. Ну, понимаете, я его знаю немного, он недалеко от нас живет. Он пьет, он так долго не протянет. Да, именно так. Привыкайте, Алена. Это хирургия. Мы спасли ему ногу, может быть, саму жизнь. И теперь он в полном праве себя угробить.